Международные фестивали дарят уникальные возможности. Известные пианисты, педагоги и продюсеры делятся опытом и дают бесценные советы. Сейчас проходит встреча с человеком, широко известным в музыкальных кругах. Мартин Энгстрём – основатель и бессменный руководитель фестиваля в Вербье. Этого праздника ожидают каждый год. Он собирает лучших музыкантов и пока безвестных профессионалов. Сам импресарио ищет и развивает новые таланты. И заверяет, для успеха нужен четкий план. Сегодня гораздо больше возможностей, инструментов, чтобы прославиться. Но, как и раньше, необходимо налаживать связи, быть инициативными и постоянно заявлять о себе, чтобы нужные люди знали, что вы существуете. А наши конкурсанты уже начали приводить план в действие. Победа может принести известность и полные залы. Но основа основ любого настоящего музыканта неизменна. В первую очередь надо думать об игре. Потому что если будет настоящая выдающаяся игра, то концерты будут всегда. Нет такого, чтобы выдающийся талант не был замечен сегодня. Игра финалистов полностью завладела зрителями. Мастерское исполнение произведений Чайковского, Шостаковича, Прокофьева и Листа не раз сорвало овации. И результат не заставил себя долго ждать. Первая премия в старшей группе досталась сразу двум пианистам – Филиппу Лынову и Александру Ключко. Конечно, тоже было волнение, но все-таки главной целью для меня было скорее, наверное, сыграть концерт. Так что я не могу сказать, что волновался, когда объявляли результат. Надеялся, но все-таки, конечно, всегда любой, когда объявляют результат, это всегда очень волнительно, поэтому в какой-то степени сюрприз. Старшая группа, третья премия. Арсений Мун, Тимофей Владимиров, Илья Папаян.